Медицинская реабилитация осуществляется мультидисциплинарной бригадой, в состав которой входят врачи, психиатры, наркологи, клинические психологи, психотерапевты. В настоящее время данная с учетом комиссии, с учетом программы «Кадровый потенциал», данная мультидисциплинарная бригада формируется и начнет свою работу в первом квартале следующего года. На данный момент наркологическая служба, к сожалению, не имеет своего помещения, и в бюджете 2017 года запланированы проектно-сметная документация на строительство наркологического диспансера. Пока они сегодня находятся в поликлинике психиатрической больницы и формируют свою работу, в частности, вот из того штатной численности, которая на сегодняшний день есть. Севастопольский наркологический диспансер на сегодняшний день активно работает с наркологическим диспансером Республики Крым. И с учетом того, что у нас сегодня активно развиваются новые формы работы, это социально ориентированные некоммерческими организациями, сегодня с компанией заключается договор с компанией «Семь шагов», которая активно принимает участие в реабилитационных мероприятиях и способствует реабилитации наркоманов. Что в наших планах? Это прежде всего это необходимо, естественно, строительство наркологического диспансера. Мы планируем это как модульное возведение, быстрое возведение. И в первом-втором квартале следующего года мы планируем организацию реабилитационного центра на базе психиатрической больницы, работающей по принципу государственно-частного партнерства. Это создание сельскохозяйственного кластера.